Рестлинг пошел. Ой. На ухо, на ухо. Это как я показывал, помнишь, как они так бьют? Типа больно. Видишь, это через стекло. Специально. Слушай, ты там прямо на зрителей летит? Ну да, ну там стекло такое. Ой, а что это у него красное такое? А походу лицо уже порезанное. Тихо, поясницу, подожди. Они что, в реале где-то достают шарики с кровью и размазывают это себе? О, колючая проволока. А ты видел такое? Да. Ба. Подожди, а как они к этому готовятся? У них там получается как что? Они как йоги? О, кнопки, больше говорил про кнопки? Да, да, тренируют свое тело? А, кнопки! А кто хочет? А вот даже впились прям. Кнопки. Да, я помню, я смотрел такие тоже. А это что за соусы? Слизкий стол. Зачем? Чтобы он пролетел? Поскользнулся. А подождите, спирт, они сейчас подожгут. А, реально. Реально в огонь. О, май гад! О, май гад! О, переиграл! Переиграл, уничтожил! Бам! О, май гад! О, он загорелся, кстати, чуть-чуть. Видишь, стекло лежит. А чё все зрители нормально? Лампа, лампа, глянь, глянь. Бам! Да, это стекло. Так они все побиты. Это кровь у него или это у него там кетчуп разлили? Не, ну я думаю, там просто водичка была. Ну ты сейчас понимаешь, что такие бутафорские лампы такие, которые легко бьются. Слушай, мне кажется, у него не кровь. Мне кажется, у них там, наверное, какой-то соус специальный. Ну, возможно. Потому что цвет какой-то как будто все немного розоватый. Не знаю, я просто на это надеюсь, честно говоря. Что как-то жестко это выглядит все. Он не долетел. О, со стремянки на стол, глянь. Это очень опасно. То есть, получается, люди приходят посмотреть, как на цирковое выступление или да, как да, что? Да. Но, по сути, они нога, все... Нога. Они о, на поддон! Они все как... На ступеньки! На металлические! Слушай, они, наверное, все как каскадеры, наверное, да? Ну да, они чтобы каскадеры. Уметь там профессионально падать. Конечно, конечно, да. Они, прежде чем так сражаться, они оттренировывают номер. Ну, конечно, я понимаю. Ой, в гроб! Да, специально сразу гроб стоял. И сейчас он на гроб прям прыгнет, да? Еще с альтухой, походу, да. Не? Раздавил чувака. Ой. Ну, еще такие трусики смешные. Ну, там маты вроде. Там мягенько, да. Слушай, мне кажется, эти металлические штуки, они не металлические, а может быть, картон покрашен. Да, да, да. Ну, раньше это не знал. Понятно. Сейчас это вижу. Да. А я раньше думал, бля, как жестко. Ну, в принципе, жестко, все равно опасно. Ой, а куда он полез? Зря я туда полез, в какой-то меме. Прыгает, это вообще какой-то осветительный прибор. В принципе, такой вес ловить на себя, ну да? Ну да, неприятно. О, ой, колючка, колючая проволока. Там еще какие-то... Стоком еще. Что за садистский смех ведущих? Бита с шипами, смотри. Что он ему делал? Штанишки расстегнул? Колючая проволока похожа на настоящую. Надеюсь, там не настоящие. Ну, наверное, там фейерверки взрываются отдельно. Ну, да. Блин, я надеюсь просто. Ну, просто проволока, знаешь, она реально что-то торчит из нее. Там. Слушай, ну кнопки в спину реально впивались. По да. крайней мере, это было видно. Да. Что-то белый человек там ходит. Он... О, глянь, на это. Может, он тоже в драку вступит? Да, сам же жопой прыгнул. А еще чувак, или как врач во время ковида, с такой, знаешь, с экраном защитным. Может, он следит за ковидом, чтобы все нормально было, чтобы масочка была. О, не знаю, что за белый человек, но кажется, сейчас должны с ним драться. Прыжок. Бам, жопой. Что он делает? Со ступенек. Типа уже за рингом как будто там дерутся. О, клетка, да. Были клетки такие здоровые, да. Что ж так высоко лезут? Но с ноги. О, 2-2. Типа два рестлера против двух рестлеров? Да. Прыгай! Это реально, что такое высоты прыгает? Ну да, да. Пиздец. О, кнопки, что это за Барби? Кнопки. О, это же братики 94. Братики 94, кнопки. Куда, в рот? Да. God Almighty, are you kidding me? I will do it.
Что он там с братиком? Стулом. Понимаете, складные стулья у них популярная тема, да? Да, да, да. Well, that was nasty. Sounded bad. А теперь надо сдержать. И он на последней секунде такой, опа, ногой. Нет, все. Настроение.